который посвящен различным темам, в общем-то, актуальным, не актуальным, не знаю, но я хотел об этом сказать. Первое. Меня много просили сделать различные видео, которые я до этого делал, например, по истории России, или там рассказать про какие-нибудь книги, или там еще что-то поведать о своей, так скажем, жизни, увлечениях, то, что мне нравится, то, что не нравится. И я готов такие видео делать, это интересно. Я могу много чего, в принципе, интересного посоветовать, подсказать. Но я решил переименовать свой второй канал Кавони Мьюзик, где я выкладывал только музыку до недавнего времени, на Кавони World. То есть, в общем-то, я буду выкладывать там все, что мне хочется, все, что у меня в голове, или, так скажем, находится, все, что я посчитаю интересным. Ну, конечно же, основным контентом останется музыка, это понятно, потому что это главное мое увлечение, в принципе. Вот, но я хочу, чтобы серьезные темы, интересные темы, все, что связано с таким вот влогерством насчет разных там книг, фильмов и прочее, я все-таки, наверное, буду туда все публиковать, и не в ASMR-жанре, потому что все-таки на ASMR-канале я хочу в первую очередь сейчас делать ролики, которые будут непосредственно связаны с вашим расслаблением, с вашей релаксацией, в общем-то, с ASMR. Вот, а влог отдельно оставить на тот канал, поэтому, если вам будет интересно посмотреть про разные такие вот вещи, связанные со мной, более такие детальные, глубокие, подробные, то прошу на тот канал. Вот, а на этом я буду делать хороший, добротный контент, который будет вас расслаблять, будет вам помогать, делать вас счастливее и так далее. А вот все-таки я решил разделить, потому что не хочу я все-таки на ASMR-канале грузить чем-то людей. То есть как-то, ну, нет, я хочу, чтобы вы чувствовали, когда выходило новое видео, вы знали, что сейчас мне будет хорошо и все. То есть никаких там заморочек, да, юмор, я думаю, я буду делать юморные ASMR-ролики, все-таки интересный такой жанр получается, вот, но он не грузит, он веселит, вот, а всякие темы про серьезные там книги, фильмы, про историю, давайте мы будем дискутировать, разговаривать на другом моем канале, и мне не обязательно будет все это шептать, потому что, когда ты долго говоришь вот таким вот тихим голосом, в любом случае связки устают гораздо быстрее, чем нежели ты говоришь как обыкновенный нормальный человек. Вот поэтому мне хочется, может быть, где-то, не знаю, эмоционально что-то высказать, ну не поорать, конечно, ну как-нибудь, может быть, громко, может быть, еще что-то. Короче говоря, когда я буду рассказывать вам про всякие интересные штуки, я не хочу сдерживать себя в эмоциях, скажем так. Вот, выйдет еще на этом канале несколько видео с интересными вещами, потому что я их уже записал до этого, до того, как принял такое решение. Вот, а потом все будет все такое, не знаю, про всякие интересные штуки будет уже на Кавони World. А здесь только релакс, дорогие друзья, больше ничего. Развлечения. Хорошее настроение, расслабление, массажи, тэппинги, руки, ноги. В общем, все, что связано с тем, чтобы сделать вас счастливее. Хотя бы на какое-то время, на которое я смогу, на которое мне получится. Вот, так что это такая первая штука. Вторая. Группа ВКонтакте, ASMR White, буду ее поддерживать, не всегда о ней вспоминаю, потому что трудно вести работу на двух каналах, честно говоря, и забываешь иногда, где ты еще должен что-то там выложить, в каком инстаграме, в каком там, не знаю, твиттере, хотя твиттера я тоже как-то пока еще не оформил, вот, у меня есть там аккаунт, если кто-то меня будет читать, я, наверное, буду все-таки что-то там делать, но пока как-то я о нем тоже забываю. Вот такие вот вещи. Плюс, что мне хочется сказать. Скоро весна, ребята. А это очень хорошо.
потому что весной я смогу наконец-то хотя бы выехать куда-то, и я очень хочу сделать ASMR-ролики, такие, знаете, живые с природой, при хорошей погоде, шлычок, лучок, там, я не знаю, что-то, потому что, тем более, у меня есть сейчас два микрофона, стереопара с ветрозащитой, то есть любой ветер не будет так сильно напрягать меня, как раньше, когда ты, по-моему, раз или два выезжал в поле снимать и очень сильно заморачивался, потому как мне какие-то коробки там с помойки поставить, чтобы они более-менее, там, не знаю, ветер обрывали на пути к микрофону. А сейчас, я думаю, с этим будет все полегче, поэтому мне хочется очень что-то такое живое сделать, природное, атмосферное. Было бы круто. Я думаю, было бы круто. Мне этого очень хочется. Вот. Далее. Я готовлюсь к съемке нескольких ролплеев типа а-ля The Joker по той причине, что мне очень понравилась идея с разными персонажами, типа там Ганнибала Лектора, Шерлока, Северуса Снейпа и так далее. И я сейчас готовлю одну роль и буду их постепенно готовить, потому что это все-таки процесс. То есть это... Я могу импровизировать, ну, без подготовки. То есть я могу включить камеру, а там уже что-то получилось. Так и, в принципе, снимал вообще все, кроме Джокера. Потому что к Джокеру я должен был подготовиться. Потому что все-таки это как бы это пародия, да, в какой-то степени. А пародия подразумевает, что ты должен быть похож на кого-то. А вот как раз таким для меня это очень трудно, быть на кого-то похожим, не на себя. То есть нужно реально играть. Поэтому я немножко все-таки провожу такие подготовительные вещи. Вот, и надеюсь, что в скором времени моя подготовка закончится, и я смогу это видео хорошо записать, хорошо снять, выложить. И надеюсь, конечно же, вам понравится. Я думаю, оно также будет на двух языках, как и Джокер. Но сложность в том, что я еще с голосом долго готовлюсь, потому что, допустим, в оригинале голос у персонажа один, в дубляже он другой, и для русского уха больше привычен тот персонаж, который с дубляжом, голосом дубляжа, да, а в оригинале голос там совершенно другой, то есть приходится еще и два голоса копировать. И с Джокером была такая же штука, в принципе, мне нужно было перестраиваться с русской речи на английскую, там и обратно, то есть немножко по-другому все это говорить. Поэтому, но мне это очень нравится, все это очень захватывает. Я думаю, все получится, все будет успешно. Вот. Поэтому, что мне еще вам сказать, ребята? Будьте счастливы, не ругайтесь друг с другом, занимайтесь тем, что вам нравится, следуйте своим мечтам и будьте, самое главное, здоровы. Это самое важное. Тем более весной у нас все время какие-то болячки там внезапно появляются, потому что один без шапки прошелся, второй без головы ушел из дома, я не знаю, ну и так далее, и тому подобное. У всех бывают свои какие-то интересные такие вещи, поэтому заботьтесь о себе и заботьтесь о близких. Всего хорошего. С вами был Антонио Колони и канал ASMR White.